Может показаться, что мы вновь собираем сетап, но это не так. На самом деле, мы достали все из буса и решили просушить, потому что Питер просто все вымочил. И это все необходимо немножечко просушить для того, чтобы не стухло, не заплесневело, не сгнило и так далее. Вот. Поэтому все аккуратненько разложил. Итак, у нас разгрузка после Питера. Все на сушечку. Все сушится, потому что все мокрое просто до талого. Не говори. Просто ужас. Просто мрак.